7 августа 2018 года. Вот за 2 дня до слета уже делегаты первые забили места. Вот тут вот еще идет огораживание территории. Послезавтра будет открытие слета торжественное. А пока потихонечку народ подтягивается. Завтра основной заезд будет участников. Малую сцену вынесли немножко дальше. Поставили 2 палатки большие с кроватками, с матрасиками. Вот как-то так. Прошел год, и мы опять вместе. Да, знакомься. Салам, Валера. Валера, кого-то не было года. Ага. Мы вчера вон с Кольком сидим, Колек, блин. Блин, как будто вчера мы. Да, я говорю, как будто вчера мы здесь были. Нет, сейчас предстоит самое такое. Все встречи, все съезд, все, почему и раньше приехали. Хотел галерею тут построить, в том году тут деревянненькая, слабенькая была, но... Сигналы не слышу! Как замыкание прибыло? Головной неток. Бандирец застрял, блядь. Салам, брат, салам. Все нормально, жив-здоров. Да, куда ж я денусь? Гочи, гочи, не дождетесь. Приветствую! Здорово, брат, здорово. Как вы, Ихарда? Прекрасно. Привет. Салам. Салам, братишка, салам. С приездом. Спасибо. Мы вас приветствуем, молодые, спасибо, красивые. Как мы рады, что приехали-то. Здравствуйте. Вот ваш заезд снят. Все, заехали. Спасибо, дед. Спасибо. Что там? Все нормально? А что ты не по форме сегодня? Да какая форма? Приезд еще. Я ж работаю, я ж вон галерею строю, все. Так, блядь. Сейчас посмотрим, где им забьем, наверное, место. Скоро будет чай, да? Вот здесь в рамках слета Саламбача встретились 2 ветерана и поначалу даже не узнали друг друга. Оказывается, один... Водитель 705-го и старший патруля вместе на дороге Салангах мы патрулировали, на Улангах патрулировали мы вместе. Вместе, а здесь стоят рядом, а гайдук ротный ваш говорит, а... Вы узнаете друг друга? Да. Нет. А вы же вместе служили. Я понимаю, темно было. Я, во-первых, я не знал его. Темно было. И еще он такой вырос. Борода опустил, стал душманом. Там друзья были, душманом стал. Поэтому, да. Ну, вчера, конечно, встреча теплее у вас была. Ну, ночь, съемка была. Да. Вот это вот память Шурабистана. Да. Сейчас, секунду, я просто тебе подскажу одну вещь. Если ты согласишься, мы вместе с тобой сделаем одно дело. Вот так вот в рамках слета проходят встречи людей. В каком году вы уволились? В 89-м. Вместе, выводом вышли, вместе. Сейчас 2018, вот, пожалуйста, люди встретились на земле Шурабистана. Сейчас идет. Какой Шурабистан?
Пузлыкистана. Земля Шуравистана, не надо тут путать. Идут встречи, идет. Короче. Заезд участников. Приедешь, жену встретишь. И там, я говорю, проблем нету. Я А, Андрей Долгов. Смотри, родили мучи. Шестьсот пятьдесят девятый, ура! А у нас 860-й. Ну я ж вижу 659-й. Здравствуйте, я немножко в неглиже. Ничего страшного. Отдых. А да, заходи, брат. Второй батальон там стоял. Давай, в сторону пушки, там... Всех приветствую, приятного аппетита. Сейчас, подожди, сейчас. Если ты нас не уважишь, мы тебя отсюда не отпустим. Если б я вот эти стаканы выпивал, которые мне протягивают, вот эти вот, я б лежал бы около второго стола от краю. Ну, чисто символически. Я не пью, брат, спасибо. Молодец, что взял хоть. Я точно от души. Через них я проезжал. Главное, что я до вас дошел. А больше никуда ты не уйдешь. И заснять вас. Все, здесь останетесь. Мы тебе еще за тот год фотографии вспомним, подожди. Где они? Куда дел? Это ж под Уренгоем вышел. Машка. Мухи заели. Машка заедает, отмахиваясь. Ну, поздравил. Да, молодец. Она такая, Антона, знаешь Панкратова? А я думаю, Славку. Спасибо тебе, батя. Славку Панкратова знаю, Антона. Не, говорю, не знаю. Как не знаю? Как не знаешь? Да так это напористо. Как не знаешь? Знаешь, я точно знаю. Раз твою фотографию. О, этого знаю, господи. Видел. Он у меня в роликах фигурирует. Да, есть. Даже есть какой-то ролик с Александрой, ты рядом стоишь. Да, прям на это, на аватарке. Ты нас еще до этого фотографировал. Мы были, что там? На регистрации брак сочетания? Да нет. Ваша красная рубашка и папаха. С Марусей мы были. У нее мышка летучая. А ты уже знаешь брак сочетания. С Машей. Сашкина подружка младшая, как говорится. Вот. А тогда мы были, я, Галя и Саша были, фотографировали, когда ты нас фоткал. По интернету привет, Галка. Ой, ну все. Мы уже сегодня 5 раз, да? Стой. Что мне больше всего нравится. А потом это 10 дней в этой GMT там дальше. Ну закрыта территория, типа все включено, все вот там. Я вот я увидел там на самом деле, как ты вот говоришь, или соцобеспечение, или кто-то много учеников. Ну там как она считается вообще детский курорт. Ну да. Много инвалидов, много семейных. Ну вот государство дает в этом курорте. Строим дом. Обустраиваемся. Правильно, надо, надо. У нас
здравствуйте. Я уже вас спрашивала, думаю, что-то как-то не видно. Я тут сурги дорезаю до поляди. Фотоаппарат сел, телефон взял. Фотоаппарат заряжается, с телефоном хожу. Ну как-то хочется все заснять, все, пока подготовки. Республика Коми прибыла. Коми, да? Республика Коми прибыла. Все ясно. Работал у вас Инта, Ухта. Вот мы Сухты. Как-то, я уж не помню, в Инте, по-моему, родник был, и там колокол висел, и приезжали за водой, в колокольчик каждый стучит, а птички слетались там. А потом колокол этот на металл, видать, сдали, так я сварил самодельный, приехал, повесил, постучали птицы, как начали лететь отовсюду. Опять знакомые лица. Всем здравствовать. Гена, это наш, этот, как тебя назвать, хронолог или как? Нет, оператор. Кинооператор. Это он что потом в телек выйдет. Лишь бы большой экран установили. Я привез всю историю всех слетов. Собрал в интернете. Интересно посмотреть. Первые. А мы один год. В интернете можно посмотреть, да. О, ВДВ, растешь, растешь. Да привет, худей. Рад видеть. Привет, дорогой. Первый раз увиделись, маленький я был. Да ладно, понял, маленький, да. Такой же был. Еще да ну такой же, господи. Меньше, меньше все равно. Ген, Ген, это мы, наверное, вниз уходим. А, может быть, может быть. Культурные люди. Нас к земле стало тянуть. Они все молодые. Ты где чеченцев гонял? Нет, своя пригласил. Он еще одну. У меня... От жары столетней пыли, серой пыли и беды. Дождь идет в горах Афгана, на колонн караваны, словно суры из Корана. Открывай, а то красавиц ваших не видно. О, мы вас тоже приветствуем. Брат, не выкладывай в интернет. Эй, Юля,
пили кое-как выпили. Я там сидит фары горят. Крышка под воздухоочистителя лучше б смотрелась. Куда-то утонул нас. Да ладно нахуй, куда утонул, блядь. Вытащили, растерли его водкой, блядь, урочек. Наливай, блядь. Вот времена были, дети мы не пиздули, да? Все, вот это. Бам-бам, совсем. Я вас приветствую. Здравствуйте. До вас добрались. Ну что, пойдем знакомиться. Александр. Геннадий. Геннадий. Откуда прибыли? Да мы здесь близко. Близко. Первый раз или были? Нет. Третий. То есть второй. Своих друзей ищу. Я ищу. Вы откуда? Ставрополь. Вы местные. А? Здравствуйте! Здравствуйте! Вступающим! Вступающим! Мы нашей славе не завидуем! Что дарят девушки цветы порой? Да мы главное повар! Не соли давай! Нормально, нормально! Он же не всегда повар, бой! Ура! 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 Они в этом году едут на этот, на группу, на память. А-а-а. Московские озера, где грустный фестиваль проходит. Правильно, Марис. Правда, что? Лен, это тебе лично от шейхов арабских. Ишь ты, ишь ты. Только что не менял с портрета, что вам был портрет. Так, народ, я дарю гения вот такую вот рюмку от арабских шейхов, чтобы он свой портрет обмыл только вот из этой вот рюмки. Ишь ты. Можете налить. Так ты, я не пью, но ты народу портрет-то покажи, что должны обмывать. Я показала портрет. А кто там? Показала уже? Я показала портрет, да, я хочу показать рюмку. Понятно. Вот такая рюмка, вот смотри. Ишь ты, ишь ты. Ишь ты. Ну, Тамара, спасибо. Арабские Эмираты. Ты с Таиланда привезла, что ли? С Арабских Эмиратов. Смотри, как красиво. Так, а ну-ка, подержи кинокамеру. Так это же. Бурные аплодисменты, мы тут главное, а не Коля. Рюмку в студии. Рюмку в студии. Нет, мне понравилось, мы на кубе, они вылезли, прямо как роса. А что она пустая-то? Лена, ее надо налить. Ой, как классно. Да кто бы мне налил, ёлка. Так и хотят споить казачка. Где бы кто налил? Лена. А он где? Эх, во славу земли Шуравистанской! Видишь, как? Молодец, он все понимает. Я не обидел, сказал все в интернете. Най! Пройдите сюда. Федорович, проходите сюда. Вас снимает скрытая камера.
зачем предупредили? Кто? Я же предупредила. Куда ты поставил? Налейте мне рюмку хоть кто-нибудь. Зачем? Максим. А где наша дневная норма? Мы уже выпили твою. Ну давайте, Мария, заходите, Коль, становитесь, давайте сегодня запоем. Ты горбуза будешь? Марина. Горбуза. Когда-то сказал. Девчонки, давайте вот это. Я не буду сейчас. Правильно. Вахту с тобой оттащили? Оттащили. Мы ночью оттащили до рассвета. Ни одного светлячка не было. А мы так ждали. Нет, зачем? Я могу все уже светать целое. Давайте, девчонки, давай, спасибо. Я даже заревновал Гена. Ночью просыпаюсь, говорит, Гена. Давай, я скажу. Здоровья всем. А он тоже. Всех два. Спасибо, Федор. Федор, Марина, давай я тебе сниму. Марина, тебе сниму. Говорю, что? Заплеск, глаза. Поводи, снимай. За 6 долларов в кармане. Я туда к женщинам подойду. Ген, я хочу тебя снять. За вас, прекрасные наши мужчины. Кто скажет? Прошу, Федорович. Леша, помаши ручкой. Максюша, иди сюда со мной. Улыбайся. Убирай мяч. Максим, убери мяч. Улыбайся, Максюша. Снимай, пока Максим. Девчонки! Сейчас придем. Сейчас нас там теперь с собаками искать пришли. А то испорчите, ты меня потом четвертуешь. Оля. Ну-ка на, меня тоже сними. Давай. Ой, Марина. Максим, иди к бабушке. В Москве я отчитался. Иди, сынок, тоже с тетей Мариной вставай там. Помаши тоже в камеру. Иди скорее. Ну не так. Гуля. Ты видишь, где мы служили? Ты знаешь, что я вас сниму. Пошли тебе с тобой. Да, это Киевка. Идем на то, что. Ну, Ксюша, прости, сынок. Ты не ту майку одел. Да ты не ту майку одел-то. На карте? А то на поселок Киевка. Паш, пошли. Паша. Гена, он еле выжил. Скажем привет, камера. Привет. Мы тоже тут. Марина. Марин, сними меня. Со спины, я думал, сейчас скажешь. Дядя Бесен. Марин. Сейчас, ребят, ну плавно же надо. Не, отдельно. А то Гена скажет, что тебя режиссер. Максюша, иди вот с деда встань. Прости, сынок, сейчас я тебя Тома, ну прости, по сынок. По печени уже ударило. А как же ты хотел? Я же говорю, уже после пазики. Она ночью говорит, Гена. А сейчас Гена на каждом шагу. Еще поговорим, ладно? Не важно, мы знаем кого. Марина, сними нас. Да я снимала вас. Просто, снимала. Нет, просто. Просто снимаю, прям просто. Фотографию просто сними с ним. Фото сделай. Да. Ой, ёбарусы. Ген, я не знаю, ребята, куда щелкнуть. Да, так я же ангелом стану, улечу. Ксюшке привет передавай. Очень скучала. Жалко, что не приехала. Все ясно, я и тоже так говорил. Так, вот собрались тут. Как сказал Олег Пиманов, патриоты слета. Мы его провели, мы его сделали. Я считаю, что все было отлично. Все было прекрасно. Хотел бы услышать от вас пару слов. Что вы получили, будучи здесь?
От Казахстана привет всем россиянам, всем афганцам, которые на слете не были, пусть приезжают. У меня пароль точно. Бачей своих найдут. Нет, от Казахстана большой салам. Сейчас Пиманов Олег Викторович, Союз ветеранов Афганистана, ЗКО. Да ладно, этим невозможно тут закрыть. Так, ну что, Сергей, с тебя. Тула. Представители Тулы. Приглашаю всех, кто еще не собрался сюда поехать, пускай приезжают, места всем хватит, поляна большая, места много. Вот. Так что ждем всех. Может, найдут своих однополчан. Ну, я постараюсь еще друзей посредством видео всем показать, что здесь было. Популяризацию проведет очередную, создаст видеофильм. Геннадий Брусенский, это у нас патриот слета Салам-Бача. Тут все патриоты. Вы что скажете? Привет от Бузулука. Кто слышит, полтинник наш, ВДВ. 81-83 год. Ребята, приезжайте, мы ждем вас. Город Бузулук всех принят. Спасибо городу Бузулуку. Мне такую прекрасную картину подарил город Бузулук в лице Дмитрия. Как же фамилия? Ножи. Шишкин. А? Шишкин. Не. Дмитрий Жалыбин. Жалыбин, по-моему. А, Димка Жалыбин. Димка, да. Администрация? Депутат. Я не знаю, кто он, что он, но он... Это сосед. Он мне предлагал помощь. Молодец, вообще откликнулся еще по интернету. Едешь раньше, там ничего не будет. Что надо будет, звони. Огромная ему благодарность. Он что-то говорил за какую-то картину. Ну, я как-то не обратил внимания. Но когда он привез, достал с пакета, и я увидел ее, вы меня извините, меня слеза пробила. Такие вот дела. Так что благодарность. Так, скажу, за этот слет много было обид высказано насчет полтинников и всех остальных. Никто, конечно, не против ВДВ, ну, даже женщины заметили, по-моему, служили все только ВДВ и пограничники. Что-то промах был в песнях, в обращениях, только ВДВ, только граница. Нам, как представителям пехоты, автобатов, было как-то это обидно. Ну, вашей-то вины тут нету, это просто упущение, что даже наш автобатовец... Нургалиеву, Махмуд. И тот песню для ВДВ исполнил. Это был шок. Ну ничего страшного. Все мы все понимаем. Вообще слет был прекрасный, конечно. Много народу. Погода, самое главное, не подвела. Погода, вот вы знаете, мы стояли около камня. Я делал галерею для бессмертного полка. Ну и подошел Наиль, что-то начали разговаривать, он рассказал историю камня немножко, как это было, как его привезли, как его установили. Рассказал, почему здесь установили. Якобы под этим деревом была зарезана ритуально овца на первом слете. Что-то такое. И... Ну, я как бы не понял, к чему он это говорит. А потом говорит, вы заметьте, везде дожди, а здесь нету. А я что-то подумал, я же за 4 дня приехал. Вокруг все сверкало, я ехал под Самарой, меня заливало. Здесь ни одной капли не упало. Когда утром я проснулся именно 9-го открытия, я думал, тут зальет. С той стороны такое подходило. Нет, нормально все. Ничего, даже солнышко потом вышло. Ну, будем верить, что это эти ритуалы оберегают поляны Шуравистана. И делают тут такой прекрасной погоду. Надеемся. Ну что ж, добрый путь. Я сейчас господам Мелиховым выдвигаюсь. У них отдыхаю сутки, отсыпаюсь и потом в путь. Ну, вот, это хорошо. Ну что, ждите все фотографии, ждите видео. Наверное, да? Я не знаю. Скорее всего. Ну да.
Я с удовольствием удочку бы закинул, а то четвертый слет удочки под машиной лежат. Времени не хватает, да, еду? Ну, я думаю, если вы увидели, вам понравилось, мы немножко представляли свои, скажем так... Костюмы. Костюмы. Да. Я от казачества, девчата зеленодольские, татарские костюмы. Не, ну просто красиво, Сереж, чего говорить? Красиво. Мы же все-таки для молодежи все это делаем, пусть смотрят. А действительно красиво. Вот. Красиво, да. А сейчас особенно женщины, я говорю, так уже приелась вот эта джинсовая... Фигня. Эра. И когда идет женщина, она действительно смотрится женщиной и просто прекрасно. Ну что ж, всего доброго, до новых встреч. Ждите фотографии, видео. Все покажем. Ясно. У меня немножко диск отказал с видео с 17-го. Поэтому я только часть сделал какой-то. Этот раз я постараюсь подстраховаться, чтобы у меня не получилось такой беды. И все. Поэтому ждем, будем смотреть. Ну, до встречи. До встречи в следующем году. Всего доброго. Громко и ясно сейчас. Проходит, заканчивается юбилейный слет Салам-Бача. Что вы здесь увидели, что вы получили? Получили удовольствие, увидели всех братьев, сестер, знакомых, друзей. Приехали, как всегда, к себе домой. Слава Богу, что проводятся такие праздники, ребята. Побольше. Побольше, почаще, побольше народу. Правильно, благодарность. Салам, бача. Салам, 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 салам. Так, ну еще. Это организовал. Откуда, что? Самара. Альметьевск. Самара. Альметьевск. Альметьевск. Самара. Самара. Ставрополь. Приезжайте, там есть где отдохнуть. Это Тольятти, да? Да. Да, рядом за огородом там. Все, нормально. В машине? Да, все, езжай. Все, ребята, рад вам встретиться. На следующий год, надеюсь. Обязательно. Да, да, да. Нет, парнишка, играли вчера с соревнованием, он Нардо проиграл, завтра отыграет. Да. На счастье. Ну-ка, видео сними, мы с ним по это самое. Я к тебе пришлю. По-мужски. Давай, братушка, давай. До следующего года. Да. Он быстро пролетел, нормально все. Салам. Давайте, ребят, салам бачу. Быть добру. Удачи вам. А? Ты меня гришишь. Вот так вот.